Дворца детского творчества проходит последнее приготовление к мюзиклу по мотивам «Мэри Поппинс». Открылся занавес, и началось настоящее волшебство музыки. Ветер перемен пронесся над рядами зрителей. На сцене выступили воспитанники школы творческого развития личности для взрослых и детей «Арснова». Студия работает 7-й год. Самым маленьким ученикам исполнилось всего 4 года. Главная задача педагогов – это привить любовь к миру искусства. Прежде всего, это творческое развитие, это такие дисциплины, как вокал, актерское мастерство, хореография, сценическое движение. Но также у нас еще есть общеобразовательный сектор, который тоже хорошо развит. Это мы детей готовим к школе, также готовим к выпускным итоговым экзаменам и переводным контрольным работам. Помимо детей в студии занимаются и взрослые. У Марины Фоломкиной дебютное выступление. Мама 2 детей пришла научиться играть на фортепиано. При этом раньше она никогда не занималась музыкой. За 1,5 года работы с педагогами достигла определенных успехов и с удовольствием демонстрирует их зрителям. Хотя признается, что для нее это настоящий эксперимент. Дело в том, что не поздно себя попробовать в чем-то новом. Это интересно. Раскрываются какие-то новые качества, о которых ты даже не подозреваешь, что это есть. Рисование, актерское мастерство, фортепиано, танцы и многое другое. В студии «Арснова» помогают как повысить уже имеющиеся навыки, так и открывают дорогу к чему-то новому. 16-летняя Елена Негодяева вошла в творческую семью 3 года назад. В будущем она хочет стать психотерапевтом, хотя, признается, музыка дарит ей покой и радость жизни. Студия мне подарила много эмоций, и я очень люблю петь, поэтому продолжила именно здесь. Я закончила сначала музыкальную школу и решила продолжить вокал. Дети и взрослые на одной сцене. Настоящий мюзикл, исполненный от души. Кто-то уже не раз выходил к зрителям, а кто-то получил первые в своей жизни аплодисменты. В любом случае, все дети очень органично представляют свое будущее, которое просто не мыслят без творчества. Я делаю мультики, рисую. Вот, пою. Помимо вокала я занимаюсь бальными танцами, хореографией, занимаюсь игрой на пианино и робототехникой. Очень рада, что попала именно в эту студию, потому что это очень дружный и веселый коллектив. За 1,5 часа зрители, подавляющее большинство из которых были родители, вспомнили знакомые мелодии любимого фильма «Мэри Поппинс. До свидания». А «Ветер перемен» перевернул страницу еще одного учебного года. А значит, в сентябре ребят ждут новые открытия. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».